буянить буду и вообще, эй, слышь ты, да, я пьяный, уйди, ух ты, хорошо, я протрезвел, хорошо, я трезвый, чем необходимо. Гон наворачивай. Нажрался. Жесть. Хера ты нажрался? Эй, предъяви документы. Что? Давай, ебарь, мам. Ладно, ты по-английски не шаришь. Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы. Ты по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты припёрся. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами GTA 5. Итак, мы с вами хотели начать Майкла, вот. За Франклина мы познакомились с новым сумасшедшим, это у нас там любитель адреналинщика, короче, по, этот, экстрим, как их называют-то, не экстриматор, а как их там, которые экстрим-то любят, вот, так, ну давай посмотрим, что у нас, ты что, пьяный, что ли? What the hell, ты что, пьяный? Какого хрена ты напился, чувак? Я буянить буду и вообще, эй, слышь ты, да, я пьяный, уйди, ух ты, хорошо, я протрезвел, хорошо, я трезвый, на, уйди, иди своей дорогой. Опа, на опережение, видал как? Четко. Все, чувак, отдохни. Так, Трейси Сердцеедка написала. Тревор? Думаю, ты должен знать, я люблю Патрицию, с Мадрасой как-нибудь разберемся. Наша любовь — это прекрасный цветок, который вырос из всего этого дерьма. Что, блядь? Тревор, ты че там, вообще что ли крышей поехал? Так, Майкл, наш последний сеанс меня встревожил. Нам нужно еще раз побеседовать. Жду звонка. Окей. Хорошо. Еще позвонить надо этому. Так, Трейси. Я скучаю по тебе. Хоть ты и урод. Папа, привет, как дела? Пишу тебе письмо. Это так странно. Прям как будто мы в 90-х, электронная почта. Вау. Но звонить я не хотела, потому что после звонков мне всегда грустно. Я делаю то, о чем потом жалею. Но теперь верно, об этом... знать не... А, но тебе, наверное, об этом знать не нужно. Вот. Я скучаю по тебе. Кажется, мы все как бы скучаем. Фабиан такой недоедливый. Если бы я хотела заняться йогой, то проехала бы в Индию или еще куда. И он просит, чтобы я называла его папой. Шучу. Видишь, у меня есть чувство юмора. С пением и танцами все хорошо, но я все еще злюсь на тебя за стыд и славу. Ты такой урод. А Джимми никакого толка. Интересно, как мы с ним могли выйти из одного... и того же места. Может, мама нюхала кокс, когда была беременна мной? Шучу. Или это правда? В общем, у нас все хорошо. Не разводись с мамой, это будет отстой. Мне больше нравится, когда вы с ней орете друг на друга и все время ссоритесь. Это замечательно, это всегда меня успокаивает. Скучаю по тебе. С любовью, Трейси. Ух ты. Ух ты! А, Трейси, я скучаю по вам. Да, я знаю, что наделал ошибок. Извини, я изменился. Скажи маме, что она должна дать мне последний шанс. Я люблю тебя, папа. Ну, вот так. Но, как говорится, люди не меняются. Я отправил? Я не знаю, отправил или нет. Вот, так. Нужно поговорить с этим. Жду звонка, он сказал. Собдирал в щекам. Док, это я. Майкл, куэ паса, амиго. Плохие дела, док, все просто хреново. Майк, я вижу, что вы в полном смятении. Скажите, почему?
Док, все плохо. Все очень плохо. Расскажи мне все. Поделитесь, значит победить. Да, док, я сейчас посреди пустыни. От меня ушла жена и дети. Мы наехали на важного чувака, но это оказалось мало. Мы еще и похитили его жену. Пришлось валить из города. Теперь живу в трейлере со своим спятившим другом Тревором. Он то и дело убивает людей, док. И знаете, черт, я тоже. Но... А, боже, все, опять идет наперекосяк. Вам нужно найти время для терапии, Майкл. У вас серьезный рецидив. Вы как-нибудь еще срывались? Я потерял контроль над собой, док. Думаю, у меня дисбаланс или что-то в этом роде. Знаете, вот сейчас я один человек, а через минуту другой. И порой вы чувствуете, что не несете ответственность за свои поступки. Это все отрицание. Эй, чё, молчок? Эй, алло. Док, алло. Док, алло. Чё молчим? Чё молчим, док, а? Я просто хочу быть счастливым, док. Разве это плохо? Ладно, ладно. Если что-нибудь... Есть ещё что-нибудь? Как у вас с сексом? Знаете, я допустил ряд ошибок, док. Серьезных ошибок, но в последние дни я вел себя хорошо. Что ж, раз вы понимаете, что вы вызываете проблемы, это говорит об определенном успехе. С тех самых пор, когда я психанул тот долбанный дом... А, спихнул тот долбанный дом. Ну что, Майкл, вы меня знаете? Я не хочу подслащивать пилюлю весь спектр фармацевтических решений, и вряд ли мы хотим это повторить, согласны? Согласен, я на это больше не пойду. Писаться, плакать и засыпать за обедом, чтобы потом быть посреди ночи, чертям собачьим такое счастье. Возможно, мы слегка ошибались с дозами. В общем, старайтесь себя контролировать. Знаете, пожалуй, в следующий раз вам следует приехать в мой офис. И должен сразу предупредить, очень очные сеансы стали дороже. Я думал, это телефонные сеансы стали дороже. Да, но поразмыслив, я понял, что это несправедливо, поэтому очные сеансы тоже подорожали. Уверен, что вы меня понимаете. А если нет, что-то там. Если нет, иди нафиг, короче, да? Короче, полтора косаря, и я думаю, полтора косаря даже, наверное, больше будет стоить сеанс очный. Очный! Ладно, окей. Поехали, короче, поехали. Что у нас здесь появилось? У нас здесь... Б. Б? А, ФРБ. Понятно. За федеральчиков мы сегодня с вами будем играть. За федеральчиков. Поехали. Пробухались, короче, и получили... Опа, еще такая... А я в свою машину сел, смотри. Мартин. Мартин, послушайте. Что ты наделал? Что ты наделал? Где она? Она в безопасности. Послушайте, я вам все компенсирую. Придется не слабо постараться. Окей, так, окей, Трейси что-то написала. Трейси сердцеедка. Привет, папа, я так рада, что ты не умер. Постараюсь поговорить с мамой. Но она злится, что я встречаюсь с одним парнем. Но, честное слово, он то, что нужно. Он барабанщик и актер, очень серьезный и немного старше меня. Он тебе понравится, я так рада, Трейси. Трейси, прошу, будь осторожна, я люблю тебя, папа. Угу. Так, две машины, да, одинаковые? Ну, я надеюсь, я в свою сел. Так, Трейси там в кого-то влюбилась, короче, Трейси нашла себе парня. Ну, пускай, чё, да, взрослая девочка всё-таки. Но... С другой стороны, зная Трейси, опять там чё-то какую-то дичь, наверное, нашла. Вот. Так. Короче, едем за федералов. Посмотрим, что они придумали на этот раз. Так. Где? Внутри? Или что? Наверное, внутри в магазинчике, да? Пойдем. Нет? А, что взял? Что это я взял? Я что-то взял. Так, чувак, слышь, федералов не видел? А?
Федералов не видел, чувак? Чё-то не понял. Показано одно место. Вы где, блин? Вы где, блин? Наверху, что ли? Да в смысле? Не понял. Не понял юмора. Опять какой-то баг, что ли? Или что? Внутрь сюда зашел. И в подвале. Какое-то место, короче, типа... Ладно. Окей. Так. Где федералы, блин? Где федералы, блин? Нужны федералы. Федералы. О, стоит. А, Тревор. О, уютненько у тебя. Да, легко надо мной смеяться, правда? Охренеть, их смешно. Но это мой дом. И я его обустроил на свои кровные. Хорошо, остынь, это был обычный сарказм. Ну так, завязывай с этим. В мире и так полно сарказма. Это чума нашего века. Понял? Ничего ты не понял. Ты такая же сволочь, как все. Разбогател немного и стал говнюком. У меня для тебя новость, я всегда был говнюком. Нет. Раньше ты что-то из себя представлял, а теперь ты, как этот дом, одна пустая оболочка. Да пошел ты. А ты у нас что, такой чистенький, высокоморальный засранец? Если ты псих, то тебе все можно? Я честный, ясно? А ты лицемер. А да, ты герой, ты выше всех нас. Ну, по крайней мере, я с ней зайду, чтобы разорвать... Что-то там. Ой, я готов, короче. Алло. И в чем дело, девочки? Отвали. Слушайте. Извините. Но у нас проблема. С правительственным финансированием. Вы должны разведать одну лабораторию на севере штата. Все очень серьезно. Крайне нервно-биотерроризм. Слава богу, я не плачу налоги. Так, слушайте, вам нужен стандартный набор. Судно, тяжелый двухвинтовый вертолет, грузовик, оружие. Все это надо достать. Один только вертолет обойдется вам в пару миллионов. Да, без проблем. Тревор как раз недавно крупно разбогател. Это сарказм? Да, мать твою, самый натуральный сарказм. Придурок. Еще пару недель назад я отдыхал себе спокойно, лежа у своего бассейна и грустил. И вдруг из ниоткуда возник мой лучший друг-психопат. И начал третировать за то, что я сделал больше 10 лет назад. Мы? Наша маленькая банда. Совсем на мели. Но ничего, давайте купим двухвинтовый вертолет за 2 сраных миллиона. Что я могу украсть у гроботов террористов нервополитический газ? Так что извини, кретин, безмозглый. Но мне остается только сарказм. Сарказм. Еще вы, мудаки. Да. Оу. Вот это старый добрый Майкл. Рад тебя видеть. Да, в общем, мне пора, это все здорово. Надо его очень... еще на... что-то пилось. И запомните, девочки, не бутуйте из нас, это ваше дело. Пока-пока. Мать твою за ногу. Ну ладно, позвоню Лестеру. Он хотел что-то рассказать. И передай ему, что мы едем в Палета Бэй. Поехали, отвезешь нас в банк. В банк. Со счета, что ли, снимать, короче, деньги. Окей. Ну вот они и поругались. Блин, я говорю, вот я стопудово вот уверен, что ближе к концу, короче, Тревору и Майклу придется друг другу доказать. А, аптечку я тогда взял, да? Придется доказать друг другу свою дружбу. Видишь, как они, ну, чем дальше, всем больше и больше цапаются, короче. Это ж как, ну, обычно, как бы, можно сказать, стандартная, да, вот линия сюжета в криминальных там боевичках, там, или там, допустим, в тех же. Да даже в криминальных комедиях, допустим, да? What now?
funding problem. So we need a job. Before the jewel store, you talked about a score, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Palito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. Короче, я там что-то, ну, я не успел прочитать там. Ну, что-то, короче, ой. Что-то, короче, Майкл этому Лестеру, короче, нашептал. Наверное, про дело. Какую-то инфу, наверное, чтоб он достал, или что-то еще. Короче, очередное ограбление. Грабить будем террористов, прикинь. Нет, на политический газ какой-то. Окей. Террористов мы еще не грабили. Так, следующий поворот. Окей. А, банк, а банк же находится в этом, блин. В городе в самом, да, вот эта арена. Нифига, как далеко ехать. Ну ладно. Ну ладно. Да, едем. Ой-ой. Еще чуть-чуть бы пораньше, и там оленя бы сбил. А, кстати, Клетус же звонил, да, этому Тревору. Что-то там мясо пожарить или что он там хотел. Надо будет тоже сгонять. Наверное, думаю, наверное, в следующей серии сгоняем. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the ой-ой-ой. The hair. Ой-ой-ой. The weird music. The funny toys. The niche drugs. The everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. Еще, я думаю, рано или поздно, короче, Майкл, знаете, у этого, у психотерапевта, у этого, я почему-то думаю, что он рано или поздно, короче, этому психотерапевту, короче, заедет в ороже, либо там что-нибудь еще, какой-нибудь срыв будет у него на сеансе, почему-то я думаю так. Все, приехали. Так, в принципе, магазин оружия тоже недалеко. Здесь. Хотя фиг знает, у меня оружие-то вроде есть. Потому что не придется покупать. Все, приехали. Где банк? Вот это банк? Или где банк? Фига, они всю ночь просидели в машине. На улице. Машины нет. Слышь, хватит. Что? Я тебе пальцы сломаю нахрен, если ты не перестанешь так делать. Да пожалуйста, какое-то развлечение. С камешками-то больно. Ну, наконец-то. Здорово. Добро пожаловать в рай. Пошли, машина там. Суховато здесь. Не волнуйся, брат. Майкл обеспечит тебе увлажняющие процедуры. Поехали. Да, можно начинать. Отвези нас в банк. Лестер все-таки приехал, да? Так, подойдем к вам входу, смотрим там все. Нужно провернуть все раньше, чем местная полиция поймет, что происходит. Погоди. У нас не. Опа. У нас нет денег, мы поехали банк грабить, что ли? Вот так вот просто? Вот так вот просто с подтишка, что ли? Ну, как, не с подтишка, а с этого. Спонтанно. С подтишка. Так, фокусироваться, да? В смысле? А что он
сфокусироваться. Ну, R я нажимаю и чё? А, вон. Это вход в банк, ничего особенного. А, поезжай в соседний участок. Окей. Сзади есть пустая парковка, там мы не привлечем себе внимания. Мне здесь нравится, место отдаленное, народу мало, то, что там нужно. Проверим сигнализацию на всякий случай. Не идеально. На взлом системы мы потратим больше, чем получим за это дело. Значит, придется искать... Нет. Это и есть дело, дело, понятно? Идея тупая, конечно, но мы могли бы включить сигнализацию и посмотреть. Тупая идея. Эй, ты слышал, что он сказал? Давай стреляй. А, надо поднять сигнализацию. Так, погоди, сигнализация. Вот это сигнализация? Так, я приходил в полицейский камер, остановись у заправки напротив банка, послушаем, о чем говорят копы. Окей. Окей. А, они сейчас, короче, посмотрят, поскольку по времени приезжают менты, да, что они там будут делать еще. Так, снимем под патрули 3691, одна машина будет на месте через там. Поняла, 4 машины в участке ждет запасная команда. Они выдвинули 4 машины через 60 секунд плюс подкрепление. А ведь это даже не 30Б. И не перестрелка. Прямо беда. Что у нас со временем? 40 секунд. Это служба безопасности полета. Есть новость по ходу 30А. Подкрепление готово выехать. Это ненормально, реакция непропорциональна. В этом округе вся полиция куплена. И в их маленькой копилочке сработала сигнализация. Это они. Что там со временем? 67 секунд? 4 машины и подкрепление на подходе. Плохие копы охраняют грязные деньги? Да какая разница? Мы все равно возьмем этот банк. Подожди здесь, посмотрим, нет ли слабых мест в их системе. Угу. Диспетчер, это Палета 3. У нас код 12, сложная тревога. Возможно, кто-то нарочно включил сигнализацию. Вас слышим, мы поставили заслоны на шоссе Great Ocean из Сенора. Осмотр машины, проверка документов. Заслоны? Осмотр? Да пошло оно все! Я не хочу сесть только потому, что Лестеру понадобится кресло-каталка. Кресло-каталка или нет, но мы все равно быстрее тебя. Гоняться с копами я не собираюсь, нам пора. Мы уходим, если обгоним Тревора, то убегать от копов, что-то там. Да в смысле? А чё Тревор-то? Ладно. Тревор, ладно, пока. Давай раньше Тревора. Окей. Да и как нефиг. Опа. Ах ты ублюдок. А, он мне факью показал. Да как нефиг, сейчас догоним. Хотя он на мотоцикле, но блин. Не, догоним. Догоним, сейчас все будет нормально. Сейчас догоним. Нифига он там, смотрю, угнал. Блин, а если... Погоди. А если он... я его не обгоню. Заново все? Да, здесь на мотоцикле-то удобнее ездить. Все-таки. Воу. Так, погоди, я смогу срезать? Окей. У меня, походу, получилось срезать немножко. Но эта погода не сделала нифига. Опа, кабанчик. Кстати, кабанов я не видел еще здесь. Да? Ого, прикольно. Кабанов я еще не видел здесь. Поохотиться прикольно было бы на кабана. Блин, далеко же этот офис. Воу.
Ух ты, как клёво. Ух ты, как клёво, видал? Что это сейчас за смех там был? Это Лестер там? Не, прикольно, клёво так перевернулся. И прям на колёса. Вот он настоящий экстрим, вот он настоящий экстрим. А не то, что там прыжки на парашютах. Хочешь экстрима, садись в машину к Майклу. И желательно не пристегивайся. Так, у меня колесо. Нормально. А то еще и колесо можешь заклинить. Окей. Далеко он забрался. Далеко. Далеко. Блин, это будет хреново, если надо будет по новой, короче, ехать. Если, типа, задание будет провалено. Тревор нас опередил. Ну, по крайней мере, нас не арестовали. А, ну все нормально. Господи, почему так долго? Хотели бы, чтобы ты победил. Че он там жрет что-то? Я размещу всю информацию здесь. Майкл, приятель, у тебя сахар в крови упал. Я соберу тебе что-нибудь поесть. Я в порядке, Ти. Что? Эй, ты ведь гость. Я не хочу, чтобы ты голодал и грустил. Иначе ты будешь принимать неверные решения. Слушай, я всю жизнь принимаю неверные решения. Поэтому я здесь. Готово. Бон аппетито. Боже, Света, Тревор, что это? А что тебе не нравится? Это что? Это же просто... что-то там. Хотя, после той заварушки, господа, хочу познакомить вас с планом, наконец-то. Не хочу задерживаться здесь больше, чем необходимо. Он наворачивает. Итак, полагаю, наш маленький эксперимент показал, что копы приедут так быстро, что встречи с ними не избежать. Их будет так. Это значит, что нам придется разобраться с копами. Грязными копами. С грязными копами. Разобраться? Даже не знаю. Вам надо будет подготовиться. Тут неподалеку регулярно проходят армейские конвои в Ворд в Занкуда. Я предлагаю угнать один, использовать его груз против местных копов. Я представляю вам точные сведения о грузе, как только мы закончим планирование. В любом случае, долго торчать у банка вам не придется. Палета Бэй, ну это залив. Где-то в квартале от вас Франклин будет ждать в лодке. Я знаю, что это не идеальный план, но на мой взгляд, единственный способ сорвать куш и выполнить заказ ваших друзей и ФРБ. Прекрасно. Нам нужны еще люди. Только стрелок. Мы с ним будем заниматься копьями, поэтому советую подобрать хорошего стрелка. Так, хорошего стрелка. Ага, здоровье, точность, так, скорострельность. Окей. Так, это хреново. Это... Эй, подумай о моем приятеле шефе. Виртуоз своего дела. Так, а чё нет, да? А чё нет? Шеф, конечно. Так, погоди. Да, давай, шеф, а чё? Тревор его знает. Это правда тот парень, который тебе нужен? Да, да, да. Да, да, да. Вот так. Я соберу снаряжение. Майкл, ты свяжешься с Франклином. Тревор, ты знаешь, что делать. Так, точно. А я позвоню вам, когда мы будем готовы приступить. Хочешь ночевать здесь? Будет тесновато, но знаешь, мини-касса... Я ее переночую в мотеле. Ладно, как скажешь, давай. Я отвезу тебя. Адиос, амигос. Нажрался. Жесть. Хера ты нажрался? Ох, странно. Да. Тревор еще тот клоун, блин. Тревор еще тот клоун. Так, окей, давай посмотрим, что у нас... А, надо выйти на улицу.
Франклин звонит. Франклин, братуха, как сам? Тут тебя искали какие-то деревенщины, злые, как были, как черти. Я узнал, где они остановились, проследил за ними. Вот как, думаю, это братья Анил. Нужно от них что от них осталось? Я закачу Майкла, с Майклом скоро будем. Ти, куришь? Так, Онилы там пожаловали, окей, Онилы пожаловали, но, блин, я не буду, короче, пока. Туда ехать. Я хочу, короче, давай поехали этому. Это знак вопроса, это Клетус, наверное, да? Он там предлагал встретиться, короче, поехали туда, посмотрим, встретимся. Так, а что, у меня машины нету моей? Надо красть? Ну, пойдем. Поблизости нет, да, машин никаких. Ну, побежим пока пешочком. Опа, слышу машину. О, стой, 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 стой. Нужна машина. Так, Лестер. Блин, я подготовил почти все, что нужно для дела в палет. Осталось только достать военное снаряжение. Так что сейчас наша цель конвой. Понятно. Блин, так часто стали эти всякие сообщения, звонки приходить. О, стой, 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 мне нужна машина. Давай, давай, выходи. Выходи, я опаздываю. У меня встреча с другом. Чё там? Пошли вон. Покраснели там, агриться начали. Пушку видели? То-то же. Так. Да чтоб тебя. Тревор! Мартин, знаете, я тут подумал и решил, что не готов принять ваши извинения. Где моя жена? Патриция не желает с вами разговаривать. И я, если честно, тоже. Я тебя найду. Ладно, я пошел варить кофе. До встречи. Пошел варить кофе. Тревор, шутник. Не говорю, Тревор еще тот клоун, блин. Нажрался какой-то пропа... еды, который пропал. О, дождь что ли пошел? Солнышко, дождь. Грибной что ли? Нажрался какой-то фигни... Опа. Смотри в оба. Это не Клетус. По-русски? По-русски? Чувствуешь необычный запах? Предъяви документы. Что? Давай, ебарь, мам. Ладно, ты по-английски не шаришь. Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы. Ты по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей. А я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Что? Отлично, Джозу. Просто прекрасно. Мы назначим тебя защитником границ страны от нежелательных элементов на общественных началах. Просто, простите, гражданин, мы просто тренируемся. А, ясно. Но я очень рад, что такие патриоты защищают нашу прекрасную американскую песчаную пустыню. Ага, спасибо. Вместо того, чтобы оставаться в городе, трахать девок и продолжать портить генофонд. Эй, это же серьезная проблема. Прокормить свои семьи, едут сюда работать по-черному за копейки и прут в эту страну. Это просто катастрофа. Вот почему мы создали общественный пограничный патруль. Постой. Мой измеритель патриотизма зашкаливает. Быстрее, вы оба. За всеми холмами нелегалы. Быстрее, за руль. За руль, поехали. За руль. Ну-ну. Да ладно. Фига. Я так и не понял, он русский или... Он русский... Но... Патриот Америки. Или, наоборот, он американец, но... Говорит только по-русски. Что-то я вообще нифига не врубаюсь.
Нифига, так вот просто, да, взяли и, короче, стали бороться с нелегалами. Жесть. Просто вот тачка, видишь, это... Ой, тачка этих... Как она, это... как называется-то вот эта вот группа, которая... Ну... Сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come on, come all, I say. Это как называется эта служба, которая вот с нелегалами это борется? Так, окей. За теми хамлами, говорит. А, в номере, что ли? Блин, а в номере мне нельзя это. Они, наверное, внутри, трое, попытайся их выкурить. Блин, а мне нельзя там буянить, меня же потом перестанут обслуживать. Чувак. Сразу потрезвил. Ладно. Окей. Вот эти два, что ли? Бесполезно, тут у всех рыльца в пушку. Садитесь в патрульную машину. Ну, вон по лицам сразу видно, что нелегалы. Да что ты, пошли? Эй, Тревор, иди сюда быстро. Они в этой машине поехали. Блин. Надо их догнать. Вот, держи шокер. Несерьезно. Нам нужно нам не нужны трупы. Хрена как танк проехал. Ай-яй-яй-яй, блин, на такой машине далеко не уедешь. На такой машине далеко не уедешь. Жесть. Это просто пипец, это какой-то корыто, она ни хрена не едет. У нас нет времени на остановку. Да я понимаю, что нет времени на остановку. Полетели. Да поехали, ну, что это за говно машина? Что за говна машина? Она даже вообще просто пипец. Почему мы встали? Да видишь, она на месте едет. Она не может ехать. Она просто буксует. Видать, из-за того, что еще из. Ну, то, что дождь идет. И меня раздражает вот эта открытая дверь, короче. Пипец, просто жесть. Это не машина, а какое-то дерьмо. Вообще нихера не едет. Или это так задумано специально? Куча путнел. Да пипец. Эта машина может, короче, как, ну, хоть раз не переворачиваться. Пипец. Просто какое-то говно, а не машина. Это просто. Жесть. Просто жесть какой-то. Ни хрена не едет. Только переворачивается на бок. Я не знаю. На такой скорости, как еще умудряться переворачиваться, это просто пипец. Это просто жесть. Ну вот опять ее понесло, блин. Чё за говно-то? Чё за машина-то говно? Почему? Блин, её резина лысая. Жесть, смотри, она сразу переворачивается. Не по... И просто вот такую маленькую горочку она даже не может заехать. Кусок. Кусок. Просто кусок.
Сразу опять понесло. Ладно, сейчас догоним. Сейчас догоним. Ассимилироваться? Аннигилируйся, Танос. О, все, опять понесло, короче, опять. Ну все, вот наш шанс. Оглушите. Шокером. А, не смотри, они еще и пьяные, что ли? Эй! Эй, мучадо с мексиканос. Я промазал. Раз. Твою мать. Не извиняйся. А чё, всё? Ладно, ладно, сделай всё, что захочешь. Отлично, Трэвер, деликатно, но решительно. Мы ими займёмся. Ты куда пошёл-то? Иди в машину, повеселись пока. А, повеселился пока, чё-то. Пожалуйста, перестань, я пойду с тобой. А, я думал, он убегает, а не в он в машину, короче, садится. Мне понравилось шокеры, кстати. Прикольная штука. Вам на дорожку. Вам на дорожку. Окей. Кстати, прикольный этот. Да? Ой, бедный котик, зачем я это сделал? А, все, живая, да? Офига она там драпанула. Окей. Так, колонна с армейским снаряжением. Ага, готово. Нифига здесь кошек, да? Блин, взяли. Какие-то быстрые. О, стой, 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 стой. Мне понравилось шокера стрелять. Прикольно. Достанет? Блин. Понравилось, но я косой какой-то. Я думал, это Клетус, короче. Он же там что-то писал, типа это, встретиться. А это, оказывается, какие-то новые персонажи. Ну, ладно, будем... будем знать. Не. Да. Не попасть. Ладно, короче, видос у меня подошел к концу. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.